привет! Сегодня мы решили открыть новые карьеры в Британии. Здесь, правда, он немножечко потрескивает. Ой-ой-ой-ой-ой! Почему? Ох! Ну трещит, и что теперь делать? А какие-то кости набили. Зато весело. О, о! Слушай, вот здесь было как-то вообще подозрительно. О! Слышишь? Нормально. Здесь мы уже вообще все раздолбали. Да, да, да. Вижу, он трещит, но держит. Так что всем скептикам, кто говорит, что кататься нельзя, кататься можно. Это очень опасно. Камера же подводная. Так что, блин, ну здесь вот он хотя бы звуки издает. Так что это прикольно. В общем, если кто-нибудь утонет, будет сюжет номер два. Ха-ха-ха-ха! Он, видишь, он вообще он хрустит, но пофигу. Такие вот сумасшедшие. А мы катаем. Даже новые карьеры уже доступны для катания. Конечно, это опасно немножко, но если далеко от берега не уезжать. Какой от берега далеко? Как хрустит-то лед подо мной. Военные вертолеты. Город Тверь, новые карьеры. Самые большие, самые ровные, прозрачный лед. Так, ну что, столпим сейчас. Встанем в пятером и подождем, проломится или нет. Как далеко отходят рыбаки от берега, чтобы лунки просверлить. Ничего. О, здесь вообще все раздолбано. Ох, как он хрустит. Да, здесь кто-то прыгал, что ли. По пьяни, да? Рыбак. Пьяный рыбачок. Прикольно ехать первым. Кто дальше всех, кто быстрее, у того самый-самый-самый хруст. Самый хрустящий лед получается. Вот. Вот он отъезжал. Достаточно далеко от берега. Ничего. Ой. Вижу, он периодически хрустит, да? Да, причем конкретно. Я еду прям подо мной там. О, о! Главное не останавливаться, надо ехать как можно быстрее. О, нырялка! Нырялочка в новых карьерах. Ничего не видно там. Нет. Здесь какая-то вода мутная. На старых корях, конечно, прозрачнее, много всякой водоросли. Провалился. Когда рядом, он начинает лопаться, не удерживать. Когда... О,
собрались? Фотографы. Вы в одно место-то не это... Не скучил. А я думаю, про чё? Я вообще подо мной всё... Сейчас занырнёшь, смотри туда. Но он держит. Вон он тут весь вот треснул. Тут уже не видно, что он треснул.